Артём, поздравляем с победой. Такая большая разница между этой игрой и прошлой. С чем связано? Спасибо. Ну, соперники в первую очередь. Разные абсолютно соперники. Ну и мы играли сегодня. Первый тайм не лучшим образом. А из-за чего, с чем связано? Не проснулись, немножко устали? Ну, не знаю, может быть, всего понемногу, всего по чуть-чуть так получилось. Ну, как бы, оправдания не ищем. Будем разбираться. А во втором тайме что-то очень сильно кардинально перед вторым таймом меняли в раздевалке? Да нет, не скажу. Так, общие моменты тренер объяснил, что нужно сделать, чтобы переломить от игры. Может быть, просто расслабляет такой счет 15-0? Тут как бы как... Да все уже забыли о прошлой игре, это уже никому не интересно. Все мы готовились к следующей игре, так же, как и сейчас мы готовимся уже к следующей. Впереди всего две игры в рамках регулярного чемпионата и дальше плей-офф. Уже набрала команда форму, которая нужна именно перед плей-офф, вот в том числе вы, участники чемпионата мира. Уже как-то ну, я думаю, что не в полной мере, но мы к этому стремимся. Надеемся, что все болячки залечим, каждый наш игрок. И уже в плей-офф подойдем в полной боевой. Есть предположение, где стартанете в плей-офф? Не знаю, не думал. Что-то не наша забота. Не смотрели, не читали еще, куда вы там. Нет, это будут тренера думать. Все, спасибо большое. Спасибо. Удачи, Гадзе.